Наши голы были более трудовыми. Но в любом случае большое спасибо Балтике за то, что сегодня помогли нашей команде сыграть в тот футбол, который мы умеем. В силу этого соперники были достойны друг друга. Но у нас готовится летучее интервью. Ну и кто бы вы думали? Все правильно, автор третьего забитого мяча. Поехали! Андрей Киреев, автор решающего гола в сегодняшнем матче. Андрей, во-первых, я поздравляю вас с победой, с забитым мячом. Ваши комментарии по второму тайму. Ну, опять получилось так, что Уфа пропустила в концовке. Ну да, это неприятно, конечно, что пропустили в концовке, но я считаю, что самое главное, что выиграли. Вот, в принципе, такая была принципиальная игра. В том году проиграли здесь дома, хотели реабилитироваться перед болельщиками. Поэтому ребята все старались, сделали все, что могли. Я бы хотел еще посвятить свой гол своему сыну. У него сегодня день рождения, ему годик. Вот, так что поздравляю всех с победой. Ребята сделали все, что могли, отдали все силы. Поздравляю. Ну вот как-то в середине первого и второго тайма очень много моментов было у Уфы. И немало стопроцентных. Упустили. Я считаю, что хорошо комбинировали. Вот, отсюда и большое количество моментов. Ну, так не бывает, что все забивать. Вот, в принципе, хотели забить побольше. Получилось только 3, в принципе, немало. Вот. Самое главное, что выиграли. Два матча, 2 победы. Вообще не собираетесь теперь терять очки? Ну, тут тяжело так предсказать. Конечно, не хочется терять очки ни одной команде. Вот. Ну, каждая команда делает все, что может. Поэтому... Дай бог нам, чтобы дальше все получалось, складывалось хорошо. Спасибо большое, с победой еще раз. Это был Андрей Киреев, полузащитник футбольного клуба Уфа.